Эй, дорогие друзья, всем морозный привет. Мы продолжаем прохождение Ульфенштейна «Старая кровь». В предыдущих сериях мы убили собаку егера, воткнули в него в трубу, он умудрился с ней сбежать. Хотя, если честно, меня больше удивляет, как мы умудрились выбраться, потому что мы были пристегнуты. Ну, в общем, продолжим. Как-никак нужно догнать засранца, чтобы он ответил за все. Да, бедный агент. Да, почитаем, пока в нас стреляют. Почему нет? Надо признать, в данный момент я выгляжу куда глупее вас. Ну, это так, для справки. Почему, спросите вы? Ну, потому что я сижу в утепленных штанах, толстых носках, на мне водолазка, сверху плащ, и я сижу в шапке. Нет, не в ушанке, но в довольно теплой. И эту картину надо просто... Так, хотя пока не будем. Черт. Давай, хоба на. Хват, удар. Забери автомат. Автомат есть. Немного. Ну, конечно, я буду. Кто в меня стрелял-то, я не помню. Понял, понял, все. Ух ты, у него прицел по-другому расположен. Упал. Ой, я его не видел. А как здесь без прицел смотрел? Пробежали, подобрали. Убежали. Да, что-то проштульцы. Ай, назад, больно. Черт. Угу. Еще раз. Бежали. О, тут есть спуск вниз. А нет, тут спуска вниз затупил. Наверх. Интересно, я могу всех так завалить? Давайте попробуем. Чего нам терять? Нечего. Тем более, он супер труба. Я подберу, но драться буду сугубо трубой. Почему? Потому что это супер мужская труба. Понятно, один удар нашей супертрубы, и все враги ложатся. Ну ладно, на некоторые удара. А здесь кто-то был, когда бежал, нет? Подходите, я жду. Я выходить не буду, идут они в баню. Сигналка это орёт. Точно, сигналка. Пауза. Друзья мои, дайте мне 5 секунд. Я вспомнил, что забыл про бэт-сигнал, а мы помним, что бывает, когда я забываю про бэт-сигнал. Вот, все. Справедливость установлена. Ну, кто, у меня 1100 жизик. Да, мне нужно больше. О, я взял шикарно. Но с одним патроном. А, я счастлив. Так, что касательно автоматов. Оба на полной. Что касается готовки. Лучше, чем ничего. Пополняем боезапас. Конечно. Странно, эти ребята раскидали везде патроны. Что патроны? Это библиотека или склад патронов? Хотя там пыточные внизу. Этот парень просто любит складировать патроны. Надо будет присесть. Не, знаете, вот тут я обнаглел. На открытой местности не стоило драться трубой.
Ну, золотое правило. Золотое правило трех поражений. После этого, вот этого, если я вдруг проиграю. Труба, между прочим, себя довольно неплохо показала. Если после своего третьего поражения я проиграю, я отключу пока камеру и буду... Так. Откуда звук? Я слышу, что кто-то идет по лестнице, но я не вижу. Они что, меня найти не могут? Серьезно? Ома. Ты у меня труба, мужик, ты чё? Это мужицкая труба. ХПшечки. Патронки. Пока не буду ХП трогать, видите? На. Жестоко забит трубой. Вольферштейн! Не открывается. Серьезно, в прошлый раз они были активны. Это обидно. Ладно, смотивируем ребят. Что-то. О, молодец, пришел. Труба. Труба. Уааа! Косой. Может, скажешь, как пользоваться прицелом? А то я так и не понял. Ну, ладно. Потом. Эх, брось тоска. Ой. О, черт. Эй, стоп. Да, точка. Черт, не тот. Так всегда. Строчные разговоры определяют всякие фигни в касках. На, отдай мне свою каску. Опс. Ай. Как не бывало. А это я заберу. Иди сюда. Еще раз. Серьезно, ребята, блин. Эта труба скоро станет аналогом фрим-ориентировки. Лежит, в смысле. Странно. Так, одна снайперка при хорошем попадении снимает у меня 20 хп. Ага, и моя борьба не замедляется. Ну, ох. Ну, правило трех поражений. Уж подождите, я постараюсь быстро. Да. Тут это того. Чуть-чуть. Хе-хе. Как-то так. Да. Кстати, вот внизу большая аптечка была с 80 хп. Я ее не трогал. Вам тоже не советую до дробовика. То есть я вот этих полутерех. Вышел парень с дробовиком, мне пришлось вернуться. Как раз он мне много забрал жизек. Я смахнул, забрал жизки, и, в общем, это меня спасло от еще одной переигровки. Вам советую делать так же, то есть тут не надо все забирать сразу. Ну, собственно, сейчас тоже смысл есть. Потому что врагов тут больше нету. Хотя могут еще прийти. Как говорится, учитесь на чужих ошибках. Кнопочка. Давайте нажмем. Вау, лампочки! А, ой. А, то, тогда ладно. Я надеюсь, он рукой, а не трубу возьмет. Давай попробуем. Какой у нас был план? То есть мы сейчас должны уехать отсюда. Лифт застрял? Лифт застрял. Мы, как и был план, заключается
должны сбежать и поговорить с неким кесарем в пивной. Чувствую, надо зацепиться, а то сейчас лифт упадет. Да брось, это классика жанра. Либо лифт падает на нас, либо лифт падает с нами. Упс, не заметил. Тук-тук, кто там? Смерть. А пистолета нету? Черт, пистолет. Ладно, тогда берем трубку. Это же, блин, универсальный вид оружия. Иха, у нас есть пистолет. Хотя труба здесь все равно. Понял, с создателями игры ценится раз в 5 больше, чем огнестрел. Ну, тем не менее. Ох, опять эти телеграфисты. Жизньки пусть будут. Если что, запомните, что у нас 40 жизней рядом с какими-то электроштуками. А, это... Ох, шикарно, просто дали круг. Так, мы тут проходили. Где враги тогда? Довольно масштабно для... Тихо. Зашибись, мне не нужны патроны. У меня ощущение, что наш один из этих связных тут, скорее всего, в этой точке. Поэтому я пока забью на сторожа. Посмотрим. Чего? Ого, там 60, ну, по 20. Надо запомнить, где что лежит, на случай там ЧП. Патроны нет, патроны забираем сразу. За 60 я забрал 40, но не могу забрать 10. О, гранаты. Опа-на, это тот, который 20 метров, а где? А вот второй. Я тень, я тишина, я... Бу-га-га! Я не знаю просто, как это... Тихо, нет-нет-нет-нет. Фу, нуло. И чё дальше? А чё эта музыка такая стала? Я ж попал. Он не закричал. Меня не спалили. Все, не смей. Не смей устраивать перестрелку. Вот, я карту опять украл. Я картократ какой-то. А какой план-то? В смысле, куда мне нужно? 40 хп, хорошо. Что? Как? Как они меня увидели? Да-да-да. Чё я на коленях-то себе надо? Вперед. Я убрал этих ребят втихаря, чтобы наверлись куча ребят с автоматами просто так. Еще ему точное место определили. Что? Черт. О, хпшки. Сейчас постреляет. Че, у меня же винтовка есть. Никогда не думал, что мне... Да чтоб тебе! Какая зараза. Так, я что-то это... Черт! Да понтовался, блин. Ой, только не... Пусть начнется с момента, как на меня скинулись. Я не хочу опять убивать этих двух гавриков. Ну, позязя. Какая Оля, мужик, ты чё? Вы же слышали, он тоже как-то Оля? Я думаю, что-то странное. Брал. Никто не помнит.
было. Да, увидел меня. Так, ну нафиг, опять мне сейчас эта брутальная музыка. Серьезно? Они же меня не видели. Все, началось. ХП, это хорошо. Дерьмо! Да эта штука успела появиться. В смысле... Я вообще не помню с первого раза, когда меня завалили. А, точно, надо же сломать ему фонарик. Дернуть грудь. Да и не реветь попутно. Больно. Че, средства тебя надо вырубить? Черт. Что? Сейчас, если пули рикошетили или что? Это второй. Ждем третий. Нихрена мы не ждем третий. Ку-ку, кто там? Смерть, все, готов. Нафиг, действуем быстро и аккуратно. Да, поэтому я не стал искать пистолет, а пошел сразу. Я ж не верх кому. Вяжности. Ну вот, приехала эта штука. А, он бы. Я правильно, я дрался на нижнем этаже, а это засранец, походу, на втором. Угу. Ну, приехали. Значит, мне нужно будет, скорее всего, этот фильм. Да как? Ты на другом этаже. Он здесь сделал, он даже не кричал, он сделал «Эй!». Может, он маршрутки орал, блин. Типа «Эй, я кручу» и всё такое. Умер. О, привет. О, привет, пистолет. Так, одного из двух засранцев я завалил. Молодец, что сам пришел. Второй бы еще такой же умный был. Ну меня же здесь гранатами закидывали, надо валить отсюда. Ну слушай, уже. Уф. Так, жизнь пока оставлю. Я что, в кепке с ними играть должен? Выходите. Ау. Вы типа злые. Где вы? Ну, это я завалил. Понятно, почему здесь. Где остальные? Если даже тот парень, который в 40 метрах от меня. Вот. Вовремя.
нет, давай, давай, давай. Есть. Ой, тут поближе есть. Листяшку тоже тут. Подбегаем. Ой, зря. Убегаем. Здесь все равно где-то лежали, так что ловите. Эй, не двигайся! Ой. Ну вот, видишь, что-то надел. Интересно, а зачем эта взрывная штука на спине? Ну, в смысле... Ой, черт, ты еще жив. Если они крутые, я понимаю, но зачем она? Ты что, в наглёк, что ли? Ух, вовремя я туда отошел. Бежать! Жизьки! Не зря я их не посадил. Это все часть моего суперхитрого плана. А где этот козел? Радист который. Ой. Черт, а я косой. Не умирать, не умирать. Жизнек нет? Окей. Не умираем. Дерьмо. Бежим чистыми. Я где-то еще здесь оставлял жизнь. О, шикарно. Фу. А переигрывать-то не хочется. А, эта штука на второй этаж ведет. Шикарно. Сейчас я сзади выйду. Тра-та-та-та-та. Да, если только они не просили здесь. Выстрелю. Опс. Где эта ходячая штука? Он же рядом, да? Да. Бабах! О, шикарно. Пятьдесят метров, да? Хорошо, 50-50. О, жизьки. А у меня почти полные. Нет, у меня и так полные. 20 метров. Ты где, укроп? Я же не уйду, пока не завалю тебя. Пока. Потому что замочил, Серега. Они не могли слышать, как тут кричала. А сразу услышали, блин, бежали. Я возьму на всякий, мало ли сейчас опять облаву сделал. Конечно, тут неимоверно глупо, две облавы подряд. Ну, броня возьму. Теперь, конечно же, закрыто. Золото. Золото. Були. Блин, я хочу дробовик, который был в начале. Тут нигде не висит на стене. Нет. Походу, такое ощущение, где-то глупо. Просто если нам его дали только для того сражения, достаточно мощно и так подобрать жестоко. Че? Ура, я дверь открыл. Да, открыл. Все, надо... Он в руке держал. Че, серьезно? Не зря я пулемет прихватил. Мне кажется, что нам нужно.
Бах. Я думаю, нам нужно залезть в и уехать отсюда, такие древние тени. Ой-ой-ой. У вас... Да? Нафиг, не деремся, просто бежим в люльку, окей, окей, все, договорились. Люлька же. Вот, люлька. Выход дергаю, выпырываю. Что-то мне налево надо, да, налево. Там же есть проход, да? Все. Или нет? Или резко. А, это направо, да, получается, я же так буду. Ну или резко в одну сторону, потом в другую, все. Да хрен, выхода нет. А я могу перепрыгнуть? Да, шикарно. Давай. Все, поехали. Дело сделано. Auf Wiedersehen, meine Kleine. Пулемет остался за 20 пулями. Все. Бом вояж, мои лапули, я сваливаю. Хотя махать будет. Ничего вы сделали. Повторяю, замка сбежал запрещенный. Поцелуй меня в вагонетку. Боевая тревога. Ну там еще одного. Скорее всего, нужно будет вылезть на ту и спокойно покинуть территорию. Хотя это странно. Я не думал, что нас выпустят, если честно. Ну, можно вот по городу пустить прогуляться. Ага. Враги. Чёрт, не вовремя. В смысле? Чё мне делать? Чёрт, давай. Чё-то мне это не нравится. Конечно, труба. И-ха, покатили. Зря ты зашёл, конечно, парень. Чёрт, трубу сломали. Вы видели, да, этот момент они трубу сломали. Дёрнуть нельзя, нужно электричество. Понял. Нету. Хе-хе. Опс, упал. Но клево прыгнул, надо признать. В смысле, вот эта часть через перекладину очень мне понравилась. Жалко, этим томатом, судя по всему, никто из ребят больше не обладает. О, золото. О, броня. Ходите по локациям, это явно плюс. Надо вот это вот три паникера заводить надо. Интересно, я могу простреливать через дно? Черт. Собрать ее. Мы нещадно уничтожаем алкоголь в этой игре просто пачками. Тук-тук. Кто там? Смерть. Жизнь, бронь. Все собрали. Странный дом, что тут на чуть. Ну да, он просто просвечивает.
Возьму на все. Так, все заряжено, надо проверить. Да, именно сейчас я хочу проверить. Автомат. Вот видите? Ну, я уверен, труба у меня всегда перезаряжена. Винтовка. Мало ли. Сейчас прилетит этот егер в голубом вертолете и покажет всем бесплатно кино. Так, а мне надо в ногу? В смысле, вот в который едет? Или в тот, который сбоку? Нет, который сбоку. О, вылезай. Вылезай. Черт. Ладно, будем по старинке. Вот как знал, что что-нибудь подобное вляпаюсь. Хрустального ёжика на них не хватает, серьезно. Так, я дёрну? Да, походу. Быстро выбежим и забежим, да? Ага, хрен, тут он уже стоит. Ладно, это тоже неплохо. Чёрт! Ладно. Скорость нам не поможет. Мы поняли. Тогда будем отстреливать. Серьезно, как бы быстро я ни бежал, они все равно окажутся внизу. Так что мы будем действовать иначе. Он из-за меня подскользнулся или что? Кидай гранату. Дай гранату. А, у меня нет гранаты, зашибись. Ух ты, блин, я не знал, что эта штука так взрывается. Это реально, по его мнению, помогло? В смысле, вы видели, да, что он сейчас сделал? Это было очень странно. А, это парень, ладно. Это парень, который тоже круто падает, поэтому ему зачтется. Патроны, 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 броня, жизнь, хп, ну что-нибудь нет, ну и ладно. А, я тебе звонил, когда пришел точно. Поехали. Все, дайте мне сбежать, игра окончена. Обзор то... Почему мне это сейчас не понравилось? На пол. Косарылое чмо. Надо будет поставить рейтинг. Хотя игра полная крови, я и так как бы рейтинг поставил. Тревога. Нужно подкрепить. Один человек. Вы не можете удержать одного человека. Что вы за... Черт. Этот ничек не знает... Пора убираться, серьезно, мы все вагонетки собираемся поменять. Ой. Ой-ой-ой, а я не вышел, ребята. Ну, конечно, труба. Труба нас спасет. А труба спасет от падения с большой высоты? Я пошутил. Фух. Надо, спасло. Дерьмо. Да ты шутишь. Серьезно? Труба. Это все труба. Серьезно. Вот. Если бы не труба, мы бы не упали в воду, нас бы убило. Нас бы вагонеткой придавило. Это все гребан. И мы опять без оружия. Да? А нет, оружие с нами. Это все чертова труба. Серьезно, вот народ просто. Везение. Везение не существует, как говорит Шей Кормак из Assassin's Creed Rouge. Ну это все труба. Вот труба, она существует. Хоп, тук-тук, кто там? Смерть. Упал, отжался. Шейский, о, броня. Аня. И золото. Чё, никак? Серьезно? То есть мне нужно...
Я не знаю, что такое золото, так что я сглуплю и оставлю. Пишите в комментариях, что делает золото. Этого парня поднимется большой шум, и тут куча опана. Черт, три раза и все промах. Дерьмо. Дерьмо с гигантской буквы D. Так, а где второй-то? Должен быть где-то здесь. Я знаю, что дерьмо пишется через Е, не надо мне тут. Не-не-не, ты меня не видел. Черт бы вас побрал. Набираем все. Жизнь, бронь, все. Улучшенная броня? Окей. В смысле, я хпшек набрал или брони, я не понял. Ах, вот ты где. Не рыпайся. Да чтоб тебя. Готов. Ха-ха-ха. Косой. Надо признать, эта штука ужасно мощная. Ну, вот это вот, да. По ее мощности снесли только дробовик. Тут, ну, вот дробовик мощнее ее из самого начала, который был. И вот эта штука, которой мы железяк убивали. Которая однозарядная, типа мини-базука, я не знаю, как ее просто назвать. Все, территория зачищена, куда попрем. Потому что мы типа отсюда спустились. Сюда заходить нет смысла, мы вот внутрь зашли и отсюда пошли. Что-нибудь взять? Карту? Конечно, спиздим карту! Если не знаешь, что взять, пиздите карту, да. А я, кажется, тогда снова надо потрупить. Спорим? Давай. Чувак, я сейчас проспорю, а ну прыгай. Ну это логично, видишь, тут проход. Ладно, что-то я не понимаю походу в логичности. А, вот что за мы плюшку взяли. У нас теперь броня может как жизни идти в больше этот. А с патронами так можно? То есть ты типа взял, бежишь, они с тебя сыпятся. А чё? Реалистично, вы с жизнями и броню, блин, так делаете? А, тут ты, блин, так и знал. Шизна, старее, вот уже самый банальнейший способ. Вот мы сколько ходили, нам доказывали, что без трубы вы никто. Нам не очередно. Вот мне интересно. А как ребята вот эти из Рейха поднимают тоже центральную трубу? А нет, они через дверь ходят. Ладно. Разработчики подъют. Меня наколоть, если я прикопаюсь. Да ну вас уже. Как менять прицел? Не то. Не то. Чёрт! Не увидел. Оружие. Как меня чертов прицел? Чёрт! Ай, пошел ты! Да, у меня граната на букву П, и что с этого? Никакой копашка. Наклон, укрытие. Как менять прицел, блин?
Бах! Где ж попал? Так, аккуратно, отсюда будут идти враги. А побежали. Косой. О, жилички, их я возьму. Гранатки. Да, тысяч. Так, эти ребята выдержат два выстрела. Всегда есть крутые ребята, которые выдерживают два выстрела. Что? Я думал, я убил. Ух, зажигательно работаем. О, вот ты где, я не видел. Скорее всего, нет, только обойти, так что побежали. Точнее, здесь, ну ладно. Ой, черт. Не попал. Ладно, я мажу, ты так как-то делаешь. А, у него просто... Вот чем плохо этот дробовик, у него не долетает. С вот этого, блин, расстояния. Вот, понимаете, вот это полка. Ой. Печёночка была. Выжил, да ну нафиг, после трубы никто не выживает. А вот жишки мне нужно стоило оставить. Тревога, нужно подкрепление, бла-бла-бла. Чё? Надо было в ногу стрелять. Точно, эти ребята выдерживают два выстрела. В упор, наверное, один. А в голову, возможно. Начал головой, но... Чёрт, блядь, сигнал. Ладно, давайте... Давайте очень быстро пробежим эту территорию, и я пойду. Unity. Да, я вот такой, я оставляю хорошие игры и прохожу их лет через после того, как они вышли. Ужасно забагованную Unity. Или в Daylight. Там как-никак у меня сезон пасса, скоро обновление выйдет. Точнее, не обновление, а DLC. Какое-то новое про психопата. Который устраивает игры среди выживших. История неплохая, аниме немного тяжелая в плане прохождения. Я сейчас продаю. Я могу втихаря пойти? Тихо, 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 тихо. Да ну нафиг. Тук-тук, кто там? Смерть. Возможно, это было ужасно глупо, но я это сделал. Ничего, 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 не смотри. Два, блин, выстрела в голову. Из чего сделан твой шлем? В смысле, один, но два подряд. У него бы башку... Не поворачивайся, не поворачивайся, не поворачивайся. Что? Ничего. Он начал стрелять раньше, чем я подошел, вы заметили, да? А почему у снайперки можно 10 пуль, а не... Уф!
Это был второй, сейчас будет третий. Можешь начать сразу. Тревога была так. Жизнь пока оставляю. Ну, авось понадобится, серьезно. На-на! И нет, я не агрессивный. Вот. Вылезь. Я серьезно, на. Все, я чуть-чуть это. Злобный режим так слегка. На-на. Да ё-моё, на-на. Все, про режим активирован. Я сейчас это буду просто ха-ха-ха. Эхе-хе, и все такое. Ну, вы поняли, да? Да ё-моё, сколько вас. Черт. Что? Попал в чувака сзади? Ну, зашибись. Да он меня попадает. Прикольно. То ешь. А, два выстрела. Точно, не забываю. Ну, ждем. Да, тревога, я в курсе. Ты уже не первый раз это кричишь. Интересно, будут кричать все время, пока я поднимаюсь? Я это, наловчился. Правда, к моему прохождению, скорее всего, уже забуду, как я это делаю. Ну, ладно. Хотя, навыки не ржавеют. Фак. Не вставай. Бах. Откуда стреляют? Мне, скорее всего, надо в лифт. Думаю, когда доберусь, будет сохранение. Вот и парень, который делал тревогу. Я же его убил, убил. Что? Ой. Да, нам надо в лифт, и все, и поехали. Ура! Как только будет сохранение, я отключусь. Ну, это сохранение. Вверх. Да, ура. Все, сейчас выберемся и шипуем. Ну, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. На этой прекрасной ноте, тем более, что сохранение было. Ждите следующего обзора на Wolfenstein Старая Кровь. Возможно, он все-таки выйдет сбежать из этих развалин. Ну, с вами был канал Leafing Games. Любите кататься на лифтах. Пока-пока.